нанес вот на нижнюю часть плахи второй слой краски. Сейчас подождем, пока он просохнет, нанесем все на верхнюю, второй слой. Потом после того, как просохнет, нанесем look and sale. Это уже будет где-то ближе к вечеру. И завтра можно будет поставить этот перерыв. А сейчас пока займемся поднятием вот этой стороны. Вытаскивать будем вот эту плаху. Подгонять. И устанавливать. Мерить, красить. Ну, все то же самое, что с первой. Вот она какая красивая. Все, вино и вода попадала сюда. Надо будет делать этот самый террасу тут и отливы, потому что вода, когда разбегает, сюда попадает. Даже вон само дерево есть, вон такое шершавое уже. Краска тут уже давно слезла. Косой дочь, он постоянно здесь, на этом бревне, защищает его надо локонсейлом, чтобы оно закрыто было от влаги. Вот, вот это вот еще как бы живое даже. Странно, в середине. А вот это нет, это погибло. Так, ну вот, соединил провода. И получается такой вот применил, как это называют, наверное, обмотку термоусадочную. Вот зажигалка, ее потом так опаливаешь, она обволакивает так вот соединение проводов. Ну, проверил, все работает. Сейчас буду устанавливать по месту его. Ну вот. Включил. Так вот я его поставил. Проходу не мешает, нигде ничего не цепляет. Можно будет регулировать, как удобно, под каким углом. Освещать будет хорошо, я думаю. Вечером посмотрим, как светить будет. Ну вот, нанес я второй слой. Ждем теперь, пока он просохнет. Будем наносить look and sale. Сохнет она быстро. Где-то в течение часа уже полное высыхание. Ну, вот, вообще, по-хорошему, наверное, там получается 16 часов. Но час уже там отлип, написано, что уже нанесение второго слоя возможно. Вот вчера у нас, со вчера прошло больше, даже 16. Сейчас у нас получается вот это второй слой, следующий будет look and sale. Так что к вечеру можно будет нанести look and sale, чтобы сох, и завтра установить его. Так, а что мы имеем тут? Тут нам нужно будет поднимать вот с этой стороны, домкрат ставить, немного приподнять, подложить вставку где-то сантиметра два, выпилить бревно, переставить домкрат, поднять вот с этой стороны вот на это бревно, под это бревно домкрат, и уже сделать более высокие вставки для того, чтобы пеноплекс пролез 2 сантиметра и бревно заменить. Тут посложнее немножко задачу, но выполним. Поехали.
Ну вот, нанес я look and sell. Получается, этот бревнышко у нас уже готово. Вот, завтра его уже поставим. Вот она наша чудо-смесь look and sell. Очень хорошая штука. Американцы молодцы. Так, ну это вот бревнышко сегодня первый слой. Первый слой подмерил все, вырезал как надо, проверил, ставил. Здесь уже подложил, тоже пропитал. Там бревно хорошее, нигде ничего не сгнившее. Вот, подставил под нее плиточки пока. Завтра второй слой нанесу. Как с этим вечером уже на конце, а послезавтра она уже будет здесь стоять. Вот, уберу где простелили здесь. Так, вот здесь тоже вырезал капитан. 8 сантиметров снизу, чтобы бревна не лежали на рубероиде. Вот эти вот части, то они намокают и гниют. Все изолировано будет. Пеноплекс вот идет у нас. Прослойка между рубероидом и бетоном. Вот, и где-то сантиметра 2-3 будет от него бревно. То есть намокать не будет. Влага. Таким образом. И здесь тоже щеку сделал такую бензопилой. Тоже, чтобы не лежало бревно на бетоне. Чтобы не напитывало влаги, потому что уже начало было. Вот оно здесь видно. Питать влагу начинало. Вот, поэтому этого не должно быть. Сделал щеки вот эти. Выпилил вот тут внизу. В общем, все будет как надо. Дальше, когда здесь уже появится терраса вокруг беседки, тогда уже будет лучше. Ну и, соответственно, водостоки. Вот. Водостоки, и все будет в порядке. Никаких заливов не будет, когда покрасим уже потом в следующем году беседку, пропитаем нижние венцы. Наверное, вот как раз как длинные идут, наверное, пропитаем. Локонсейлом их, чтобы они никак на них не влияло ни солнце, ни этот самый, ни влага. Вот. И сейчас пока светло, вот займусь, еще вот здесь приподниму, подкопаюсь, приподниму здесь. Ну, подготовлю вон там место тоже для домкрата, чтобы завтра поставить бревнышко. Что тут нужно будет приподнять чуть-чуть, когда вставлю бревно сюда, достать вот этот подклад и там с той стороны, и уже положить его. Вот, то же самое нужно будет проделывать здесь, ямочку сделать сейчас и здесь, чтобы приподняться. Ну, и дальше здесь освободить и уже соответственно вытащить. Подготовлю вот это место как раз, чтобы уже было готово. Так, а свет? Свет у нас тут. Проверим, как светит. О, отлично. Теперь рабочая зона, вот все хорошо освещается. Вот. Можно повернуть немного, если есть надобность в этом. Вот, рабочая зона теперь освещается очень хорошо. Все. Все видно, вот даже до крышки. Отлично. Ну вот. Остаются вот эти два. Кстати, хочу сказать насчет креплений. Вот как здесь сделал, да, диагональные связки. Вообще
не парился в этом перерубе, потому как все легко пододвигается. То есть, если домкрат выставлен ровно, и где-то что-то пошло в сторону, берется кувалдочка, аккуратненько подстукивается, все, ничего не будет никуда уходить. Здесь в чем легкость? В том, что сам переруб, он сложен нагелями, очень хорошо все связано. И если где-то кто-то уходит, то есть это незначительно, просто берется кувалдочка, стукается, и оно так прям все выравнивается сразу же. Поэтому я не заморачивался, здесь ничего не крепил. Единственное, нужно будет это уже по окончании вот эти стянуть все перерубы именно между собой, потому что крыша немножко поддавила, как я уже говорил, и эти перерубы вместе, то есть эти ушли сюда влево, те ушли вправо, наверное, под давлением крыши. Но этого троса недостаточно, нужно будет еще один взять, купить, чтобы сделать это, вот, стянуть. Вот дырка здесь видна. Вот эти дырки их не должно быть, но надо еще будет подумать, как их закрепить, чтобы они обратно не разъехались. Вот тут, наверное, придется тогда вагонку уже немного снимать, чтобы делать нагеля деревянные и вбивать их сюда, чтобы оно все держалось надежно и не разъезжалось. Вот, в общем, так что вот, если будете кто-нибудь делать беседки, поднимать перерубы, не парьтесь по поводу креплений. Все очень просто выравнивается. Эта сторона так вообще никуда не девалась. Она тяжелая. Она только единственная немножко сюда подошла. Я ее ломом упер и туда-обратно выставил. Так что тоже ничего сложного не было. Вот. Ну, так дальше будем делать. Так, ну вот, сделал такие подкопы для домкрата, чтобы завтра прийти уже, сразу кинуть домкрат везде, где надо, подложиться, и уже получится быстрее поменять, бревнышки подогнать. Вот здесь у нас тоже нужно будет немножко приподнять, чтобы освободить, положить бревнышки потом. Вот у нас получается, вот это ляжет через день, завтра в open sale вечером. С утра надо второй слой покрыть. А здесь сразу, после того как покроем, поставим с утра вот сюда бревнышко, постелим рубероид, положим пеноплекс. И эту сторону мы уже опустим. Освободим вот от этого всего. Везде подложим рубероид, пеноплекс и опустим. Потом еще нужно будет подогнать вот сюда вот кусок, заменить, сделать косметический ремонт бревна вот этого, что оно целое, там 10% сгнило, поэтому заменим. Вот, ну, на сегодня все.